Из-за резкого потепления в Новосибирске прогнозируют подъем рек в ближайшие три дня. Дачники готовятся к паводку. В зоне риска 36 товариществ города и окрестностей. Александр Сурдин узнал, стоит ли ждать серьезных подтоплений. Вот так вот вода вот стояла. Я помню то время, вот видите кота. Я вот так сказать в болотных сапогах специальных, вот так вот я вот шел. Спасал кота. Сергей Винц, председатель садового товарищества «Путеец», вспоминает, как было в 2015-м. Дома в окружении воды, рядом с крайними дачами, судоходный канал, справа от поселка Заводь. Летом красиво, но 7 лет назад это сыграло злую шутку. Тогда вместо машин на улицах здесь использовали лодки. Теперь каждая весна – сезон повышенной бдительности. У нас у каждого дачника практически есть лодка надувная. Если что-то случается, значит, если паводок поднимается, все, мы уже тут на стреме. У нас по улицам распределены, каждый, кто ответственный на своей улице. Слова «бьев» и «водосброс» здесь знают не только специалисты. От ситуации на ближайших гидротехнических сооружениях зависит жизнь на этой территории. В 2015 году, когда было большое наводнение, здесь установили вот такую вот мерную рейку. Тогда вода поднималась вот до этого уровня и могла свободно переливаться на дачные участки. В обычный год она достигает максимум вот этой отметки. А сегодня, как видим, эта заводь практически обмелела, несмотря на то, что на улице стоит жара практически как летом, и можно комфортно находиться даже в рубашке. Резко потеплело не только у нас. В республике Горный Алтай столбик термометра уже выше 20 градусов, и запас воды в снегах выше нормы. Однако подтопления в Новосибирске не ожидают. В самом городе Новосибирске ситуация напрямую зависит от того, насколько хозяйствующие субъекты предприняли меры по снижению последствий интенсивного снеготаяния, которое формируется в настоящий момент на территории города и прилегающих территорий. Меры в Новосибирске приняли заранее. Разобрали плотины, которые построили бобры на малых реках. Вывезли из русел горы мусора. На сегодня реки все в руслах. Русла свободны. Ждем паводок. В ближайшие 5-6 дней, судя по температурному режиму, к нам придет вода не только с территории города Новосибирска, но и с прилегающей территории, там, где наши речки берут свое начало. Поэтому в ближайшие три дня ожидаем подъем наших рек. В зоне риска 36 дачных товариществ в Новосибирске, Новосибирском и Колыванском районах. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.